Еще одной многодетной семье из Тюмени сегодня вручили ключи от квартиры в новостройке. Они состояли на учете как нуждающиеся в жилых помещениях. Семья малоимущая. Всего в 2023 году ключи получили 27 таких семей. Также квартирный вопрос решен у 155 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Департамент имущественных отношений города за год помог улучшить жилищные условия 319 семьям. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются как из приобретенных жилых помещений, либо из помещений, которые имеются уже в муниципальном жилищном фонде. Они полностью отремонтированы, в хорошем состоянии. Такие помещения тоже мы предоставляем малоимущим гражданам, состоящим у нас на учете. Все нравится. Дети довольны. Старший сын тоже как бы настраивался на то, чтобы своя комната была. Получил.